Вот так вот до обеда пипикает. Короткие гудки в трубке Галина Александровна слушает с 8 утра. У нее заболел старший внук. Дочь попыталась вызвать врача на дом. Тщетно. Поэтому попросила маму помочь и параллельно с ней звонить в поликлинику. Двойное усердие результатов не принесло. Долго-долго звонила, потом уже сил моих не было, позвонила на многоканальную. Они сказали, полчаса ждать. Думаю, ладно, подожду полчаса. Потом уже чувствую конец. Второй, когда подходит, вот он, финиш пришел. Они разъединяют меня. В такой ситуации сегодня оказались многие нижнекамские мамы и бабушки. Колл-центр детской поликлиники буквально разрывается от звонков. Сейчас как раз сезон простудных заболеваний. О проблеме медики знают и уже придумали, как ее решить. Нами было принято решение в связи еще с такими перестройками, как единая диспетчерская будет на всю поликлинику на нашей базе. Мы уходим от этого многоканального номера, и у нас будет 6 отдельных номеров. Новые номера телефонов заработают уже в первых числах апреля, а пока врачи напоминают, не обязательно звонить с самого утра. Вызовы принимаются вплоть до 4 часов вечера. После обеда, как правило, дозвониться в поликлинику труда не составляет. А тех, чье состояние позволяет самостоятельно посетить больницу, врач примет без записи. В обеих детских поликлиниках города есть кабинеты дежурного врача. На прием можно попасть без записи и без очереди. Это значительно облегчит работу медиков, а также сократит время ожидания пациентов. Эльвира Сафиуллина, Фахри Исламов, Новости НТР.